Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал, и сегодня я приготовлю очень вкусный салат зодиак. Ингредиенты: 500 грамм шампиньонов, 150 грамм консервированной кукурузы, 3 вареных яйца, 1 вареная куриная грудка, 1 свежий огурец, 2-3 столовые ложки майонеза, 1 репчатый лук, соль, перец по вкусу, 2 столовые ложки оливкового или растительного масла для обжарки. Сначала необходимо помыть, посушить и очистить шампиньоны. Затем нарезать на небольшие кусочки. Затем обжарить на масле грибы и лук. Обжаренные грибы и лук переложить в миску для салата и дать остыть. Лук и грибы остыли, добавим к ним кукурузу, вареные и нарезанные кубиками яйца, также нарезанный кубиками огурец, нарезанную вареную куриную грудку, майонез. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу. Все тщательно перемешать, и наш салат готов. Всем приятного аппетита и до скорой встречи в следующем видео. Пока!